подойди, нужно обсудить кое-что. Я хочу поговорить. А вот если я сейчас в него выстрелю, он же умрет. Я сейчас, смотри, игру закончу. Ах ты, сука! Спасибо, Саймон, я рад, что ты смог довериться мне. Ах ты, вот сука! Ах ты, ёб твою мать! А ясно. Да, он, смотри, он какой-то Буратино. Злобный, мать его, Буратино с топором. Сам себе звонишь, прикинь? Вот это даешь. Я думаю, он не подойдет. Я думаю, он сыкло. А вот я к нему сейчас, как побегу, я ему прям в ебало выстрелю. Это был мой выстрел. Мой, сука, выстрел. Да хватит прыгать, как заяц. Что у тебя шило в жопе? О, это подстава, блядь. Значит, он все-таки, сука, я ему зря пистолет дал. Вот так вот и верь людям. Ну не верь людям в противогазах, все, никогда не верь. Никогда не знаешь, что у него там находится под лицом. Нет. Фига ты дикий. Это что, все? Там рассвет. Я думаю, что не так, птички поют. Прикинь, это не конец. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. И мы в этот раз, я думаю, уже окончательно закончим эту игру. А эта игра, как ты уже понял, раз ты на нее нажал, это Cry of Fear. Пойдем тогда прямой наводкой на финал. Бля, какой-то тут подвал. Подожди, что у меня есть вообще из... Два пистолета. О! Блядь! Стреляю, блядь! Сука, я перезаряжу сейчас! Там еще! Еще твари, блядь! А вы с первого раза умираете? Оп! Отлично! Я еще жив! Сука, прикинь! Обман! Так... Патрон один. Сука. Один патрон. Тут у меня сколько? У меня тоже их немного. Тогда что мы делаем? Тогда мы экономим. Экономим, блять, как можем. Я вижу шприц. Я не понимаю, что за револьвер. Это... То, что у меня сейчас в руках, это не похоже на револьвер. Вот, это П... 345. P 345. Вот так вот. Так, я уже начинаю заблуждаться. Ага, вот и все. Ну вот и все. Нормально. Блин, ну конечно, темно. Так, я что думаю? Я возьму фонарик. Вот этот вот выкину. Я, наверное, вот этот пока пистолет выброшу. Он тут. Он в углу светится. Давай возьмем, потому что, ну, очень темно. Я не тот выкинул пистолет. Выброси. Вот этот возьми. Опять не тот. Да ёб твою мать. В смысле? Выброси. Вот этот хочу, вот. Так, тебя в два, вот так. Вот, так хоть как-то повиднее, а то они... Их, да, их можно увидеть, они белые, но... Знаешь, не вселяет это надежды какой-то. Так, там в каждой комнате до этого что-то было. А тут ничего нет. А какой должен быть босс? Ответьте мне. Блять, у меня тут мало обоим, мало, сука. Нет! Там жизнь, блять, вверх. Спасибо. Так, куда? Вот, взял. Ой, надо думать, Короче, в пизду, вот я тебе так скажу. Я за эту игру уже слишком много надумывал. Бегал за этими ебучими дробовиками, за другими оружиями. Потом у меня к херам собачьим пропала сумка. Моя любимая, где все мы собирали таким непосильным трудом. Сколько в тебя стрелять? Ну, пиздец. Ну, походу, мы побежим.
все-таки. Все-таки, наверное. Это зачем это? Все-таки мы побежим обратно. Обратно мы побежим. Обратно. Не то взял. 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 Я не то взял. Ах ты, скотина. Так. Нормально. Вроде проходится еще. Ага, 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 ага. Ясно. Опять все то же самое. О, не туда! Не туда ты прыгаешь, бегаешь. Похоже, мы пойдем за другим пистолетом. Нормально. Ну тут подсвечивается. Тут мне фонарик уже не нужен. Тут все подсвечивается. Это что? Это глубоко? Сука, у меня осталось мало патронов. А, ну я выплыву, если что. Ой-ой-ой, какой кошмар. Я тут ускоряться не могу. Все, я умру. Тут нет дыхания. Это смерть. То есть, вы хотите сказать... Короче, нет, пойдем без фонаря. Я просто постараюсь. А я там никого не вижу. Ага, блядь. Сука. А я вас видел. Оп, оп, он не дает прыгнуть. Ага, есть, есть. Ай-яй, 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 ай-яй. Сука, я все потратил. Нельзя так играть, нельзя так играть. Ну, супер. Не дышите, как псы. Так. Смотри, короче, в жопу все. В жопу все, берем все, что видим. Какой-то револьвер, которого я в жизни в глаза не видел. Зачем-то нам для него патроны. Кто еще? Кто еще? Кто бежит, блядь? Сука, страшно. Так, тут с одним патроном делать нечего. Сколько у нас здесь обоим? Так, тут нормально. Ладно, тратим вот этот пока. Тут, видишь, ничего нет. Тут ничего нет. Потому что иначе это все не вариант. Ты меня слышишь? Это не вариант. Я хотел... Я что хотел? Сказать... Это же уже 13-я серия, представляешь? И вот на такой символичной цифре мы можем с тобой завершить игру, ты представляешь? Ну нифига себе. Вот это, скажи, классно, да? Ну тут смотри, тут мало патронов. А тут много патронов. Я, значит, дурачок, зря я выбросил. Тот именно пистолет. Ну тут очень хорошо в них стрелять на самом деле. Ага, есть. Перезаряжай, перезаряжай. А нет патронов, нет, нет обоймы. Я же вроде бы находил. Ну ладно. Или это было в прошлый раз. Или я что-то потерял, проебал. Так, смотри, мы тут умрем. Это стопудово. Колемся. И не... И вообще, вот понимаешь, даже не должно быть мысли. Даже, сука, мысли не должно быть, что что-то может быть не так. Ты меня понял? Просто вот... Плывешь, вот ныряем, и сразу куда нам надо. И сразу же, сразу, сокращенными путями. Тут непонятно, сколько у него кислорода. Он не может рывком идти. Давай. Давай, 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 давай. Вот, все, это что? Это, блядь, я все это заронил. Это все, блядь, это куда? Живи, живи, сука, живи. Ну почему нет? Почему, блядь, нет? Это невозможно! Это, сука, невозможно! То есть, все, я не пройду игру? Ну это тупо! Это тупо! Я должен ее пройти! Смотри, опять колемся!
Вот так. Колемся. Там нет ускорения. Нету никакого ускорения, и это очень-очень большая беда. Есть, поплыли. Он сам как-то. Вот, shift. Shift задерживаешь, и он прям... Как-то... Ты же как-то... А, все, у меня кончилась стамина. Не, ну это... Есть! Я почти выплыл! Самое херовое, что долго до этого места идти. А я сейчас делаю вот так. Смотри, я сейчас делаю вот так. Я сейчас делаю хитро. Я сейчас делаю хитро. Я беру шприц. О, блядь! О, блядь! Это не очень хитро! Ща порешают меня, блядь! А, закрыли проход, сука! Ох, как вас дохуя! Пусти! Нет, это не вариант. Блять. Я хотел быстро пробежать. Смотри. Можем заигнорить шприц. Можем заигнорить револьвер. Но для того... Оба! Оба, блять, обошел! Сука, вот это возьму. Вот это возьму и не выйду. И я не выйду. Я не... Оба, обманул, наебал девок. Нет, не наебал. Девок так не наебешь, а у меня стамина кончилась. Все, я понял. А, да, блядь. Мы поэтому делаем опять три. Ныряем, вот так, кали. Ныряем. Наверное, не будем нырять шифтом. Но вынырнем в люк, потому что больше некуда. Так, начинаем. Опа, вот так. Вот так. Ага, так, вот так. Вот. Давай, вот так, ага. Вот так, есть. Тут надо в определенный момент попасть. В определенный, сука, момент. Давай, 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 давай! Да ты что делаешь? Как так-то, блядь? Сука! Сука, почти! Я научился плавать! Блядь, да что ж такое? Вас тут так много! Почему? Да твою мать! Отстань от меня! Как у меня злите, сука! Возьми этот ебучий револьвер. Ох, как вы меня злите. Ох, не могу. Ох, иди сюда. Она уже мертва, почему-то гавкает. Ой-ой-ой, господи. Это все, это пиздец. Это уже пол серии, понимаешь, пол серии. Сука, проебана. На то, что вот, вот такой я выбор сделал. Вот это я доверился пидорасу. Вот что бывает, когда доверяешься пидорасу. Так, так. Ой, глянь, бегу смелый какой. Ну давай, вылазь. Есть. Да прыгни его. Есть. Так, надо, я что-то не привыкаю, что у меня тут есть быстрые клавиши. Смотри, стамина у нас полная. Мы берем вот такие... О, почему я этого не делал раньше? Почему? Огонь. Все, это знак. Это победный знак. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Плохо, очень плохо сейчас прошел. Очень плохо. А я говорил, это был победный знак. А я говорил, что это был победный знак. Ёб твою мать. Так. Жизни восстановились. Хорошо. Спасибо. Так. А куда плыть-то? А куда плыть-то? Подожди. Подожди. Я так не сделал. Так, мне туда.
Ага, так, подожди. Так, дыши, дыши. Фух, блядь. О, давай, приготовились. А, вот так даже. Ебать. Давай, 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 давай. Вот, да, прикинь, прикинь, как опасно. Откашливайся, откашливайся. Все, нормально, поплыли. Так, ворота. Мне бы сохранение найти. А, может там были они? Может они там были? Это я, дурак, не заметил. Я мог так выплывать вверх, дышать. Так. Так, так, так. Поплыли вниз. Живо, блядь. Тупик. Это тупик. Это тупик. О, нет, это выход. Это выход. Да, сука, это выход. Я говорю, это победная. Это победная, блядь. Это все, меня не остановишь. Я буду вас стрелять по-македонски, сука. Ахахаха. Выходите, бляди. Сука, испугались. Дверь не поддается. В смысле, блядь? Что это значит? Нет, это мне нужно плыть и брать ключ. Что это, люк? Это... Твою мать. Эх. Да, это будет долгая серия. Это будет очень долгая серия. Давай. Нет, я не помню, чтобы там были вот эти люки. Вот эти свет. Я не помню, чтобы там был свет сверху. Светил. Я такого не помню. Так, поплыли. Ага. Не зря, что два пути, правильно? Да, блядь, попади сюда, пожалуйста. Сейчас мы восстановим стамину. Это очень важно. И пойдем в другое место. И вот нам там нужен ключ. Ну хотя бы мы сохранились, мы прошли вон то конченное место, понимаешь? Ты меня понимаешь? Давай, вот так, опа. Вот, смотри, смотри, что-то есть. Что-то есть. Что-то есть. Эта дверь заперта. Да вы издеваетесь? Что за приколы? Да попади ты в дырочку-то, пожалуйста. А куда? Блять, я заблудился. Ну туда, видимо, да. Нет, это выход. Ладно, я заблудился. Выныривай. Я заблудился. Так, все, погнали. Ой, что-то черное все сверху. Это куда я приплыл? Это... Подожди, я обратно приплыл? Невозможно. Я, сука, приплыл обратно? Нет, серьезно? Нет, ну это, ну серьезно, это обратно, нахер я лезу? Ебать, там значит, значит там серьезно были дыхалки? А я как еблан пытался пройти? Сука! О, хера! В натуре были дыхалки, да? Да, были дыхалки. О, дурак, блядь. Ну ничего, я попутал нахуй сторону. Вот сюда мне надо. Так нет.
Так там же... Блять. Так там же херня, там же... Вот. А. Это другое. Так, восстанавливаем. Так будет быстрее. Так, нам туда сюда. Ой, что ты делаешь? Так что ты делаешь? В эту воду слишком много соли кинули, что меня выталкивает. Нет, сука, не туда. Не туда. Ты понимаешь, как дельфин. Да хватит, хорош тебе. Ну ладно, хер с тобой. Оп, сюда мне. А тут нельзя. Чего вы от меня хотите, блядь? Двери там и там заперты. Может, все-таки что-то было у двери? Может, я что-то не досмотрел? Ну там, блядь, прохода больше нет. Там нет никакого больше прохода вообще. Там дверь закрыта, и там дверь закрыта. Куда мне, блядь, надо идти? Чё за дела? Просто блуждаю под водой, сука. Ну, сюда вот мне, сюда. Вот, выходим. Сохранение уже было. Идем смотреть. Может, что-то где-то валяется. Может, где-то есть потайная дверь, которую я не видел. Может, что-то еще. Какая-то картонка. Она какая-то, вон, с текстурами какая-то. Что? Что, блядь? Иди нахер! А! Блядь, отстань! Отъебись! О, бежит! И что теперь? Что мне делать, блядь? О, блядь! Ты что, ты не можешь попасть в меня? А, блядь, попал. Доигрался. Я попытался просто какое-то действие с картонкой сделать. Появился ключ. Смотри, я могу вы... Что у меня с вот этим пистолетом? Нет, с вот этим. Мало. Выбрасывай, короче, его. Подожди! Ну смотри, что сделаем. Короче, я выбрасываю этот пистолет. Да какой? Это вот этот вот пистолет. Выброшу его. У меня... Не тот выбросил. Вот этот выбросить. Беру ключ от канализации. Бежим, блядь. Все, нормально. Нормально, 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 нормально. Все. Отличненько. Плывем. Хорошо плывем. Так, и получается, что он, по идее, это не та канализация, которую мы выплыли с другой стороны, где дверь была закрыта. Но если он оттуда вышел, мы же были с другой стороны. А и смысл ее кольцевой делать? Нет, мы сейчас выйдем, там свет, там смотри, там свет, сука. Там свет, мы почти спаслись. Это почти все, это почти жизнь. Просто у меня почему-то что-то случилось с текстурками, и мне этот ключ вообще не показывался. Это очень удивительно. Меня смутило, что как-то лежит странная картонка, которая выделена какими-то полосочками. Ага, сюда. Сюда. Ага, отлично. Вот эта дверь от канализации, да? Применить. Ну, туда нет смысла возвращаться. За тем пистолетом. Но для чего это все сделано? А тут тупик, ясно? Ну выходи, выходи! Выходи на свободу! Слушай, птичек! Блять, я просто потерял время на то, что я невнимательный. Вот будь внимательным, не трать лишнее время. Вот должно быть какое-то твое кредо. Ну вот я и в Киркуле, в своем родном городке. Надеюсь, здесь все в порядке.
Кстати, я что-то помню, что есть еще кооперативный Cryo-Fear. Нет, зачем? Зачем тут патроны разбросаны? И вот там действие в корпоративном начинается именно вот тоже с этого городка как раз. Дверь не поддается. Музыка началась. О-о-о-о-о. Спасибо. Ну зачем? Зачем вы это делаете? Это мне максимально не нравится. Это мне... Я против этого. Я, сука, против этого. Хватит подавать мне патроны. Это нехорошо. Прекратите. Да у меня нет этого револьвера. Откуда я его должен был взять? Блять, может, у меня был когда-то револьвер, я о нем не знаю. Да как это может быть разбито? Глянь, на улице день. Птички поют. Да уже никто не должен появиться. Ну это же бред. Если кто-то появится, это будет идиотизм, блять. Все, это... Вот и меня сначала смущало. Когда мы бежали до этого домика в лесу, на чем закончили прошлую серию. Меня смущало, что дают патроны. Я думаю, ну... Так, блядь. Ничего не выбрано. Один, два. Ну, обойдемся без его патронов. То есть, видишь, днем почему-то они тоже есть. Это что? Это пиздюк! Давно тебя не было, друг. Блядь, бежит на меня, смотрит. Ёбаный рот. А, вы сейчас будете по одному появляться. Вы сейчас будете... Я все понял. Это на прощание. Это сделали специально на прощание, чтобы я всех монстриков вспомнил. Чтоб... Ой. 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 Возьми, пожалуйста. Это... Что, по одному давай стрелять? Это специально, вот чтоб я вспомнил всех монстриков. Вот этих... попрощался с ними. Вот как, какая у нас была с ними слаженная игра. Сколько страдал я от них, сколько они страдали от меня. В целом, это приятно. Кстати, будут в конце во всех еще пострелять, но неохота. Честно, я тебе скажу, неохота. Неохота. Просто я уже дошел до конца. В чем прикол? А, это мой дом, я дошел до своего дома. Ну, ёбаный рот. Что случилось? Ебать, темно. Свет! Ма! Ма, я пришел! Она мне звонила. Ма, я дома! Блять, пиздюк, ёбаный ты дурачок. Ма, тут пиздюк разбушевался. Я его чуть-чуть успокоил. Где мамка, блять? Жрать-то хочется. А мамки нет. Что делать? Что это было? Это все? Ой! Сука, я тебя не заметил. Еще один пиздюк. Ма, тут какие-то пиздюки лазят по дому. Почему ты за ними не смотришь? Я вас по звукам не различаю, к сожалению. Ма! Блять, мамки нет. Ой! Ой, я говорю, так и будет. Блять, просто зря трачу патроны. Я просто зря трачу патроны. Блять, да его в натуре защищает кровать. Ух ты ж твою мать. Ой, подожди. Так, мне нужно... наполнить жизни. Я что-то совсем на них не смотрел. Во, давай, 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 давай. Ай, что случилось? А, я не выбрал тебя. Перезаряжай. Ну и что? Теперь мы мамку ищем. Мамки-то дома нет. Все. Жрать сам себе готовишь. Варить...
Вари пельмени, как помнишь. Да что происходит? Кто палит? Сам себя убил. Слышишь, я не стрелял. Рикошетом. Что? Ой, здрасте. Блять, тут бомжи какие-то лазят. Что вы делаете? Это уже, да, это уже, знаешь, это уже не страшно, это просто прикольно. Да, вот они не выбегают на тебя толпой. Не кусают тебе все сразу. А так, по чуть-чуть что-то происходит. Ты пытаешься выйти. Все машины разбиты. Превратились в бесполезный хлам. Тут должен лежать пистолет, которого нет. Па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Но нам сюда. И смотри, нет сохранения. Вообще нет сохранения. Блять, да что ты будешь делать? Ну я без фонаря пойду. У меня такие оружия. Что нахер мне фонарь? Я лучше потом яркость побольше сделаю. А нахер мне фонарь? А, вы просто подсветили, что там дверь. Блядь, сколько мы тут еще будем гулять? Ну, короче, смотри. Слева... У нас живет дядя Михалыч. У него тут, видишь, своя строительная херь какая-то. Катается, делает всем гаражи. Вот так. Справа там тетя Тамара сидит. Она обычно вяжет, как хурма. Тут у нас никто не живет. Потому что никто не хочет жить рядом со строителем и хурмой. Вот, собственно, тут такая же история. А тут гаражи. Бля, какие цивильные гаражи. Ты помнишь свои гаражи? Вот, которые в твоем городе находят. Это же просто пиздец. А тут глянь. Ну, это же Америка... Как в GTA-шечке. Как в родненькой GTA-шечке. Там такие красивые гаражи. Но по ним неинтересно прыгать. Это как гаражный кооператив. И что, блядь? Что мы тут делаем? Что это происходит сейчас? Моя теория была, что нам просто будут давать по одному дурачку, чтобы мы просто, на прощание всех еще раз поубивали. А тут какая-то нездоровая хуйня идет. Просто ходим, бродим по городу. Наконец-то я дома. А, вот дом ты где? Я не могу мышкой двигать. Надеюсь, с мамой все в порядке. Вот, теперь могу мышкой двигать. А, это мне показали, что типа вот там мой дом. А, я в чужом доме мамку искал. О, блядь. И пиздюков чужих завалил. Непорядок. Но мы никому это не расскажем. Мать, блядь, иди сюда. Я тебя потерял. Я тебя искал в другом доме. Прикинь, мамка, блядь, ты тут? Сейчас постучусь. Мам? Мама? Мам? Мама? Where are you? Где ты? Слушай, ну... Мам? Мама? Я думаю, Mom? Она... Мама! Я думаю, она не очень обрадуется, что ты, блядь, со стволом приперся домой, дурень. Я понимаю, что... Да мы не в Америке, блядь. В Америке это нормально. У нас нет. И у вас тоже. Где эта игра делалась? В целом. Да вообще в мире, сука, это ненормально. Что люди со стволами ходят. Сохранение дали. Прикинь, сука, сохранение. Блять, это что, не конец? Я надеюсь, серия, ну, как бы закончится. Блять, не хочется делать. Короче, я посмотрю. Если что, ну, на крайняк поделю серию. Придется. Какой у тебя необычный дом красивый. Ты посмотри. Смотри, какой, да, за самым красивый дом из всех. Хера вы зажиточные, блядь. Вас раскулачить надо. Ха, вот это, сразу ванна. Прикинь, сразу ванна. Зал ебенячих размеров. Кухонка. Спальня. А там наверху их спальня. А, его спальня. А, мы из нее выходили, слушай, мы из нее выходили же. В самом начале, вон тут всякие эти постеры. Что это? Я думал, клавиатура. Это книжка? Читай. Это он сам писал. Это он вел дневник, что ему говорил этот врач. Врач ему что-то говорил, а он... Что ты делаешь, блядь? Он ёбнутый. Он с щетиной. О, хуя себе красота.
Это когда у него доктор выстрелил, въебало у него все красное. Подожди, это что, Саймон? На каталке? Серьезно, его... Сука, что происходит? В смысле, блядь, Саймон? В смысле, нахуй? Ебать. Знаешь, как неудобно кататься на каталке? Это же просто кошмар. Что у нас в ванне? Как бы мне развернуться? Бля, я не могу развернуться. Задний ход. Задний ход. Фух, я думал, мы в ловушке. Так, что это такое? Я могу нажать? Так, тут никого нет. А мы были в этой хате? Мы были в этой хате. Это же какая-то комната в отеле. Это мы в отеле. Я вспомнил. Я не могу сюда пройти. Назад. Задний ход, блядь. Что там? Там что-то есть? Я не вижу. Там было что-то интересное или нет? Что это там? Ничего не понял, что там находится. Ладно, пойдем. Что это такое? Ну я не вижу смысла тратить время. Пойдем, и так мы его много времени потратили на вот этих вот покатушках. Фу, бля, какая дичь. Еще мухи летают у меня тут. Что это? Ну в это стрелять не надо. Ой-ой-ой, сейчас провалишься нахуй вниз. Но мы же сохранились. Так, получается, нас сбила машина. И вот мы на каталке. Мы все-таки начали записывать, вести дневник, как сказал нам доктор. Но почему мы сражаемся сами с собой? Это типа это зависимость. Вот, сука, вот что происходит, понимаешь? Ты сражаешься со своей зависимостью. Боремся, блять, с зависимостью. Понимаешь, насколько это опасно, блять? Вылазь. Ты косой, вылазь. Ладно, хер с тобой, я подойду. Я, сука, подойду. А, ты съебал. Ты, сука, сыкло. Иди сюда. Блять. А что, меня инвалидом навсегда сделала эта машина? Или потом Саймон все-таки сможет начать ходить? Вот он босс, вот он босс, понимаешь, босс оказался... Нет, куда ты? Что-то разогнался. С дробовика ты ёбу дал! Сумасшедший, блядь. С дробовика, прикинь. Ах ты, блядь. А ну пошел сюда. А я уж обрадовался, что он косой. А нихера себе, он с дробовика стреляет. Блять, как неудобно кататься. Ну он сейчас оттуда из-за угла откуда-то начнет стрелять. Справа, наверное. Ну естественно, блять. Естественно, сука. Еще давай перебери. Еще давай гранату мне сюда кинь. Тут не было гранат? Нет, не было тут гранат. Ну ёбушки-воробушки, блять, иди сюда. Ах ты, блядь, злый день, ёбаный. Повернись, он меня сейчас пристрелит, блядь. Я не могу тут... Тут, понимаешь, все повороты практически такие резкие. А, так, он будет... Откуда? Откуда он будет? Где ноги мои? Вот, все, прямо едем. Ну и где мне его искать? Он меня сейчас убьет. Ебать тебя в рот. Сука, напугал. И что? Бежит с молотком, добивающий, понимаешь? Это был бы прикол, это все. Он меня просто добил молотком, так, на нахуй. И все. Так, эпилог. Я смог остановить свои непрерывные попытки свести счеты с жизнью. Однако ценой того, что я остался жив, стала смерть двоих полицейских. Я убил их. Застрелил обоих. Это не должно было случиться.
Доктора подтвердили, что я находился в состоянии психоза, и значит, наказание, которое мне назначат, не будет слишком суровым. Я должен был провести остаток своей жизни в лечебнице для душевнобольных, где медсестры и доктора смогут заботиться обо мне. Они разрешили мне дописать эту книгу, и это мне очень помогло. Я написал себе персональный хэппи-энд. Теперь я чувствую себя лучше. Я почти примирился с собой. И хотя я по-прежнему прикован к креслу-каталке, сейчас я готов принять это. Я, конечно, никогда не прощу себе убийство двух полицейских. Но вокруг меня столько людей, готовых оказать мне поддержку, что я думаю, все будет в порядке. Доктор Пурнелл наставлял меня и наблюдал за моим прогрессом. Мне повезло с ним. Софи навещает меня время от времени, когда доктора позволяют ей. Они все еще считают ее визиты слишком дестабилизирующими для меня и мешающими моему прогрессу. Каждый раз я прошу у нее прощения за то, что сделал ее жизнь такой несчастной. Она только слабо улыбается в ответ и просит не болтать ерунды. Но я вижу боль в ее глазах каждый раз, когда она смотрит на меня. Она нашла себе нового друга, готового быть рядом с ней и заботиться о ней. Я рад за нее. Хотя и скучаю по тем временам, когда мы были рядом, зная, что их уже не вернуть. Думаю, это хороший момент, чтобы закончить эту книгу. Она изменила мою жизнь. Навсегда. Конец. Слушай. Все? Это не все? Что-то еще? А, все, это титры. Андрес Рёнберг. Это что? Это кто, Саймоном был? А озвучка, это, наверное, актер озвучки. Джеймс Мерчан. Я помню, я их читал в самом начале, когда еще были начальные титры. Слушай, ну кайф. В целом, что я хочу сказать по поводу Крайофир? А, вот, Байерема. Странно, почему ты все лицо закрыл? Стесняется, потому что человек стесняется, это нормально. Стик Синтанген. По поводу игры. Она в целом прикольная, пугающая. А вот этот доктор озвучил, видимо. Но мне все равно такие, знаешь, смешанные ощущения. Потому что много было моментов таких, ну, каких-то неудобных в управлении. То есть, если бы чуть-чуть подправить управление, то игра была бы, на мой взгляд, очень крутая. Я не спорю, для того времени, когда она вышла, это, конечно, была жесть. Крик ужаса, ебаный. Крик ужаса, это переименовывается. Вот, вот тебе перевод. В целом, классно. Интересно, но да, вот мне бы управление. Вот чуть-чуточки управление подправить, и все было бы классно. Все было бы супер. Но игра, конечно, долгая. Я не думал, что такая долгая игра будет. По моему мнению, она казалось, что она быстренько пройдет. А ну тут, конечно, очень много всего проходит. Да, и мне очень понравилось в этой игре, что она... Есть такие в ней, как сказать... Перепития. Нет, что это слово вообще? Перепития. Перепития — это ты можешь перепить что-то. И тебе станет плохо. Ну, в нем есть серьезные темы. Серьезные темы по поводу того же наркозависимости. Потому что показали, что машина сбила Саймона. Потом он лежит... То есть мы там в его, вот в этой голове, это же понятно было, что это нереальность, что это все какая-то дичь происходит вокруг. И видели эту креслу-каталку,
машину. Там был такой момент в игре, что мы искали комнаты. Там уже я тоже догадался, что, скорее всего, на этой кресло-каталке и сидит. Потому что-то читали вроде про кресло-каталку, да, он в книге. Вот мы находили книгу, это его записи, которые он вел. В целом, вот именно насчет таких серьезных тем, вот как я и в конце понял, что это его зависимость, что он боролся сам с собой. Ну, я так предполагаю. Мне классно, что я вот так предположил. Вот я так интерпретировал последнего босса. И мне в целом это довольно-таки, да, понравилось. Круто. В плане, да, вот этом. Но в плане управления, да, лучше как-то сделать поинтересней. В плане управления. А так все, да, все круто. Все классно. Да, прыжки, сука, прыжки с контролом, это дичь, нахуй, это удалить со всех, вообще, со всего мира, нахуй, вот такие настройки удалить. Так, о, статистика. А, выстрел в 1029, попаданий 720, слушай, 70% попаданий практически. 70. Это тебе не хухры, бойся, блять. Промахом в 309, это вообще не смотри, 30% промахов, это норма по стрельбе, это норма. А вот 70% попаданий, это заебись. Точность стрельбы, 70% точности. А, ну я ж, блядь, я уже посчитал. Это если они про это. Инъекции 18, сохранение 67. Да еще бы больше было с вашими этими похождениями. Оружие добыто 17. Всего урона получено 1263. Это как вы так высчитывали? Там кто-то мог брать сильный большой урон, кто-то нет. Пройдено пешком 33 километра он в своей голове пробежал. Понимаешь, 33... километры. Это же нихуя себе. Это далеко. Время игры 4.20. Вот так. Ну, я думаю, что, учитывая, если сложишь все прохождения, то там будет меньше. Естественно. Потому что-то бы вырезалось, что-то начиналось, что-то заканчивалось. Конечно, это было еще... это уже было не в записи. Убитых в рукопашную 20, убитых огнестрельно 199. Ой, как было бы красиво. Вот еще одного. Вот еще одного, и было бы 200. Сложность средняя, концовка номер 4. Концовок, да, вот я говорю, до хера. У нас четвертая. Блин, мне даже интересно другие посмотреть. Но я не буду перепроходить ради этого. Да, я также хотел тебе сказать, что все. Доступно мод DB худи. Вот какие-то худи мы, блядь, собирали. Для чего мы их, сука, собирали? Где мы можем нарядиться? Я не понимаю. Зачем? Что я еще хотел сказать по поводу игры в плане того, что... Здесь есть еще дополнения. Всякие дополнения официальные, всякие дополнения, как я понял, неофициальные. Вот, по крайней мере, у меня вот что игра в Steam есть. Там какие-то есть... Что, все зависло? То какие-то есть эти моменты. Ну, скорее всего, их проходить я, может быть, когда-то буду, но не сейчас. Нужно сделать перерыв, это точно. Кооператив, который есть в Cryo4, это вещь интересная, но тоже не сейчас, это точно, потому что надо от этой игры просто выдохнуть и передохнуть, и пока не вспоминать о ней. Поэтому на этом закончим, на этой зависшей одежке. Надеюсь, что-то я говорил, сейчас это все записалось. Вроде потому что записывает. А ты подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Встретимся в новых играх. Всего доброго.